В Елабужском институте Казанского федерального университета проходит неделя психологии, традиционное ежегодное мероприятие, главная задача которого – популяризация психологических знаний. На этой неделе любой желающий студент, сотрудник или преподаватель института может пройти диагностику на аппаратурно-программных комплексах, принять участие в тренингах, получить консультацию специалистов кафедры психологии. Любой желающий, согласно расписанию недели психологии, может прийти и посмотреть на себя со стороны, познать что-то о себе новое. И сделать какие-то выводы для себя, скорректировать свои какие-то дальнейшие планы в своем развитии. Некой новинкой нынешней недели психологии стали тренинги «Студент-студенту». Их проводят студенты факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ для учащихся с других факультетов. Тематика таких тренингов обширная – тайм-менеджмент, тренинг взаимоотношений, тренинги, связанные с познанием себя и многие другие. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универньюз.